Отец, слышишь, рубит, а я отвожу. Вот ролёчник у них тут. Ребята, здравствуйте. А вы от кого работаете? Вот местные жители говорят, что здесь незаконная вырубка идет. Не молчат пока. Бригадир-то есть? Вырубка идет на законных основаниях. Здесь спорная территория. Вот там мы вырубаемся, там разрешено. Был лесничий, дал добро. Нет, лесничество вам не дали разрешение. Лесничий вчера есть, приезжал. Есть бумага, где они не давали разрешения. Вот эту вот территорию вырубать не давали, а вот там территория администрация разрешенная. Администрация не давала разрешения вчера. Не знаю, ответ. Не знаю. А у вас-то где бумаги, что вы на каком основании-то? Вы нам покажите. У меня лесорубочная карта только делянки, все, больше ничего. А можно посмотреть? Вот. Был вчера лесничий. Вот этот угол, он не спорной территории входит, вот этот. Вот этот. То бишь это вот эта территория. Угу. Мы там и рубим. Здесь сказали не рубить. Здесь спорная территория. Все вопросы через прокуратуру будут еще решаются. Сказали, а спорная территория кого с кем? Не знаю. Угу. Местные жители, получается. Теми, кто заказчики-то. Ясно. Как давно вы начали вырубать? И какой объем работы? Насколько еще будет? Да еще не начали толком. Только дороги сделали. 4 дня вырубают. Ну, заказчик кто? Покурим. Московская компания какая-то, я не знаю. Мы находимся на СНТ «Звездочка». Между СНТ «Звездочка» и базой отдыха «Звездочка». Вот. Здесь незаконно, как мы считаем, вырубают лес. Было официальное обращение в администрацию города Верхней Пышмы. У нас есть ответ на это, что разрешение на строительство и на вырубку леса они не давали. А на что собственник этого леса, не леса, вернее, этой земли, Кокорин, да, говорит нам, что у него СНТ, и он может сделать в нем все, что хочет. Вот. Но по Росреестру у него земля значится как производственного назначения, на которых вырубка не разрешена. Росреестр, природоохранная и областная прокуратура об этом предупреждена. О том, что вырубка, в общем, да, не разрешена. А он хочет сказать, что у него сельскохозяйственного назначения, ну, как под, ну, в общем, как для сада именно эта земля. Да, понятие меняет и делает на нем все, что хочет. В общем, я думаю, что уже тут через пару дней леса может не быть, если здесь не предпринять какие-то меры, и наше озеро может осушиться. В этом лесу много находится животных, которые занесены в Красную книгу. И птицы, и растения. Это болото, которое здесь находится, оно снабжает у нас водоем. Это Балтымское озеро. Если сейчас вот это все вырубится, болото высохнет, естественно, это скажется все на экологии. У нас есть ответ природоохранной прокуратуры. По информации Министерства природных ресурсов и это самоэкологии Свердловской области, земельный участок относится к ареалу, это обитание растений и животных, занесенных в Красную книгу Свердловской области. Ну и дальше идет это перечисление. Еж обыкновенный, барабат, это бородатая неясыть, седой дятел. Ну тут много. В целях устранения выявленных нарушений законодательства на решение Думы городского округа Верхняя Пышма у 29.03.18 за номером 71/4 принесен протест о незаконности принятого решения Думой Верхней Пышмы. Очень вот странно. Деревья, да, странно Дорогие. Как-то они это вырубаются, то есть они не просто идут какой-то площадкой вырубаются, а именно определенный размер деревьев. То есть тут такое впечатление, что это заготовка идет какого-то леса, то есть они как бы это продали, видимо, или как дали участок этот вот тем людям, которые сейчас занимаются этим. Раньше-то нельзя было срубить ни одно дерево. Все были московские леса. Сейчас чьи это леса? Депутатов Верхней Пышмы? Главы администрации Верхней Пышмы? Чьи? Ответьте на вопрос. То есть лес вырубили, продали, это денег заработали. Это участки продали, денег заработали. А там трава не расти. Можно подумать, у них нету ни детей, ни родителей, и они бессмертные. Надо сворачиваться, пока не побежали.